Праздник праздников и торжество торжеств православные христиане всего мира отметили Пасху. В ночь субботы на воскресенье в церквях и храмах страны прошли торжественные богослужения. Наринмарцев, желающих встретить светлый праздник Пасхи в Богоявленском соборе, традиционно было немало. Радость. Самое светлое впечатление. Как обычно отмечаете праздник? Куличи печем, Пасху готовим, яйца красим. Мест не хватило. Не стал толкаться, бабушек расталкивать. А обычно ходите? Да, каждый год хожу. В Богоявленский храм стекается народ. Светлая Пасха – главный праздник христианского мира. Верующие в этот день приходят на торжественное богослужение. Попасть в храм удается не всем, но люди не уходят, ждут крестного хода. Крестный ход – один из важных и торжественных моментов пасхальной службы. Церковнослужители с иконами, крестами и хоругвиями обходят вокруг храма. Народ идет за ними. Каждый православный считает обязательным совершить этот обряд – символ веры и победы света над тьмой. Как подтверждение звучат слова владыки Иакова. Праздничное настроение наринмарцев не испортила даже погода. Небольшой морозец только подбадривал. После крестного хода взрослые и дети не спешили по домам. Кто-то остался на продолжение службы, кому-то захотелось поделиться радостью и поздравить с весенним праздником. Всегда именно обычно так и отмечаем. Готовимся, готовим пасхальную снеть. По возможности ходим на службу. К сожалению, не всегда получается. Да простит нас Господь. Христос воскресе! После посещения храма можно садиться за стол и праздновать. Традиционно Пасху отмечают 40 дней. Окончание праздника или отдание Пасхи в этом году приходится на 20 мая. До этого времени верующие будут произносить пасхальное приветствие «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север».